преддверии Нового года исполнилось 95 лет выдающемуся диктору, народному артисту, участнику Великой Отечественной войны Виктору Балашову. Виктор Иванович – житель Одинцовского округа. Многие годы помогал в строительстве Серафимовского храма города Голицына. Был организатором благотворительных концертов. Юбиляра поздравили настоятель Серафимовского храма священник Иоанн Федоров, клирик храма священник Леонид Савченко и первый настоятель священник Вадим Шинкевич. Они вручили благословенную грамоту митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия за труды на благо церкви.